Магазин для кладоискателей и любителей приборного поиска у Деда Мики рекомендую. Ссылка на магазин под видео в описании. Также не забываем про промокод «Странник». При покупке МД получаем бонусы или скидки. Еще вчера, в принципе, запланировали, настроились доехать, посмотреть пару заброшек. Не знаю, что из этого получится, мы там не были. Ну, ползем, пока вот здесь дорожка-то ничего вроде. Хоть и ливни шли. Но дальше, думаю, повеселее будет. А может быть и такая. Здоровые, блин, до жути. Фу. Да. Приходит к нам тут немножко полазить, иначе никак. Опа.
когда идем, уже ноги-то отвалятся. Что, потерял все? Я его не вижу. О, Алексей, все, дом потерял. Здесь палки на голове. Я вот не буду здесь и будет здесь. Ага. Ну, я не удивляюсь. А ты чего не... Вот смотрите, там, если видно в камеру, смотрите на него. Я не удивляюсь. Алексей, у него всегда все не, слава богу, вечно. То сапог не на ту ногу, блин. Вот, чтобы один. Ага. Алексей, ты пора. То еще что-нибудь. Ну, в любом случае, надо вылезать сейчас куда, я не знаю, где, где-то здесь он. Где он? Кто знает. Так, немного отмучились, можно сказать. Подползаем к первому домику. Вот это я специально... О, дорога ты какая-то была. Ой, хорошая. Показываю специально для любителей написать, что это какие-то дачи чьи-то. Смешным людям. На даче мы не ходим. Там делать нефига. У нас немножко другие цели. Все, вот такой домик. Идем к нему. Поближе подойду. Сниму еще. Ой, душно. Все заросшие крапивы. Самый он не обвалился. Посмотрим. Сейчас попробуем зайти в сам дом. Сейчас, Лёх, у меня фонарь в этой лежит. Думал, цвет мест. В рюкзаке фонарь у меня. Ух ты, здесь тогда крыша обвалилась. Пристрой небольшой. Ку-ку, есть кто? О. Потолочек тоже у нас страдает. Тут немножко кто-то полы повскрывал, я смотрю. Чуть-чуть прям. Правда, покрасили его, но на самом деле столик винтажный, раннесоветский, конечно. И еще что хотел показать, смотрите, бревно, а бревно еще снутри прям как новенькое. Ручки кто-то оторвал. Сейчас более внимательно посмотрим, конечно. Здесь у нас сервант был. Тоже, конечно, в советские времена его закрасили. Был намного симпатичней. Кстати, вон ручки. Да, ручки. Ручки латунные. Старенькие остались ручки. Двигаемся дальше, смотреть. Залез на чердак, Леха внизу, но чердак, конечно, опасный. Но обсыпочка вроде бы цела. Сейчас попробуем посмотреть, может быть, что-то найдем. Фиг знает, само на дне не провалиться. Тут, здесь, да, тут опасно. Сейчас переключусь на экшн-камеру. Ну, вижу, карманы пустые уже, блин.
Ладно, переключаюсь на экшн-камеру. Самое главное не упасть. Сейчас визуально просмотрим. Сначала все. Потом попробуем прозвонить, мне надо. В ту сторону. Желательно. Карманы у нас пустые. Сейчас посмотрим, что здесь. Уже пусто. Тут что-то сигналим. Ложка. Ложка чайная. Напротив почти. Там рядом еще один должен быть. Так, ложечка чайная. Опа. Продолжаем. Что-то вот здесь вот похоже. То ли проволока какая-то. Какая-то ерунда. Фольга. Фольга. Чердак пустоват здесь. Ерунда где-то. Вот, наверное. Пуговица, что ли, была. Что-то было, наверное, пуговица. Так, смотри. Ладно. Ложка, да, это самое. Да. Какого? То ли пуговица, что хрен знает. А? Дома? А, да ну не, она вот тут получается вот это.
И... А, ну вон торчат они. Ну там еще, по-моему, два должно быть. Фух. Все, спускаюсь. Ну, еще надо было проверить, мы не ездили сюда. Все, спускаюсь. Так, спустился уже. Нашел там какую-то пуговицу, ложку. Балки, смотрите, они уже все не держатся, сгнили. Леха здесь вроде прошарился внизу. Опоздали, конечно. Тут он даже полы скрыты, перешурхлены. Все, выходим сейчас в другой дом, сходим. Ну и как бы мы сильно-то не надеялись, вернее, хотелось бы, конечно, чтобы находки были, но, к сожалению, пока, кроме ложки совковой, больше ничего. Какая-то пуговичка, по-моему. Опа. Чем? Пойдем? Пойдем. Уже взмок весь. Все, вот он домик. А? Это где-то. Фу. Взмок аж, короче, я пока полазили. Сейчас пойдем до другого. Мы из-за этого и поехали, что здесь вроде бы как несколько домиков. Может быть, из-за одного бы мы бы и не поехали, конечно. Смотрим. Ну, в любом случае, прогулочка получилась небольшая у нас. Хорошо, пока дождика еще нет. Сейчас вон там домик еще стоит, туда идем. На него как раз выходим. Да. Да. Печаль. Вот прокатились, что ли. Еще убиться не хватает. Да, полы поскрывали. Полы скрыли. Ну, опоздали, да, что? Видимо, в том году, или позапрошлом. Дом уже все тоже. Ну, здесь такой домик повеселее был. Остатки прялок вот они. Дом такой предельный был. Вот на чердак лазили. Тут в радушечке присутствует. Ну вот, пожалуйста, вот оно. Что значит недалеко от города? Ну, дорог-то нет, конечно. Кто-то шел тоже, скорее всего, на этой. Как типа наши машины. Вот тут, да, тут подчистую практически все. Мышь побежала. Сейчас фонарик достану, посветим, посмотрим. Видимо, ребята-то были, смотрю. Ну, да. Под полами все прозвонили. Запыхались. Ну, что делать-то? Ничего не поделаешь. Пока не проверишь, как говорится, и не узнаешь. Вот рючек хороший остался, Лех. Надо снять. Я в последнем окошке. Так, ладненько, отключаюсь. Ну, сейчас включусь уже. Фонариком, короче. Как вы уже поняли, на чердаке второго домика. Вот так вид сверху входа. Фу, запах такой сырости. Чердак-то засран, много совкового мусора. Сейчас экшн-камеру одену. Так, посмотрим с экшн-камерой. Там карман поглядел,
пустой. Посмотрим еще. Визуально это тут маловероятно. Что-то прям будет лежать, тут уже лазили. А так сейчас по кармашкам пройдемся и все. Сегодня увеселительное мероприятие на сегодня закончится. Вот такой заросший вид. У нас с этого домика. На крыше перекрывали. Где-то в 90-х, наверное, годах. То есть по логике вещей где-то на 2010 год уже здесь никто не жил. Все, в этой деревне. Попробуем здесь дзынкнем. А тут мусору нормально. Да. Хрень какая-то. Совочек не взял. Наш последний чердачок. Просмотрели мы его, прозвонили. Но, к сожалению, уже все вынесено. Теперь уже со спокойной душой. Ну что, прокатились, да? Развеялись, можно сказать. Ну и людям покажем, какие заброшки бывают. Не всегда... Хреновые заброшки бывают. Да, не всегда хабарок в них бывает. Бывает так, что приезжаешь, а здесь все уже тю-тю. Паровозики. Что там, Алексей, нашел эту банку? Банка. Эти горчишники ставить? Ну, типа того. Да, ну, я видел. Эх, блядь. Крышу, да, перекрывали. Подбой весь пустой, чистый. Если что и было, то, скорее всего, когда перекрывали ее, тогда все и вынесли. А так, в общем, домик-то и чердак здесь относительно крепкий. Чердак. То есть, как не в том домике. В том домике я вообще там еле ходил. А здесь-то он крепкий. Можно даже жить. Сюда еще я свой занятий налез. Да. Ладненько. Немножко отдохну. И сейчас будем спускаться и выходить уже из домика. Пошла запись? 3 секунды. Все, вот вкладушечка у нас сегодня хабарная. Машину можно положить, этих, кто яму не закапывает. Ну что, короче, сегодня Алексей тут за оператора. Пролазили, сколько мы сегодня? Ну, часа два тут, да, где-то? Ну, вроде того. Да, часа два. Ну, что, здесь 2 домика, в общем. По часу на каждый домик пробили. Ну, как уже в видео увидите, или уже посмотрели, тут, соответственно, опоздали, и до нас уже все прошарились. Хотя с виду домики-то неплохие такие. Но зато проверили, потому что со спутника они такие веселенькие были, домики. Сейчас какие-то они вообще на месте не веселые, ни хрена, да и дорога была не очень веселая. Тогда с экшн-камеры вставлю тоже, сделаю вставочки, вот, запись бездорожья, ну все. Видео выложу, смонтирую, выложу, конечно же.
видос. Не всегда хабар есть. Вот, и такие по заброшкам. Ночью некоторые снимают же, да? Ну, глаза что, нет ничего. Ну, нет ничего. Мы же пришли сюда. Не, некоторые снимают, а сейчас чисто тупо по заброшкам лазят. Еще в городе по каким-нибудь советским. Здесь все-таки старенькие. Вот две заброшки сегодня посетили. Хабарка не нашли, но так немножко поснимали, конечно. Все, будем прощаться с вами. Как обычно, все ссылки будут под видео в описании. Ну, а вам всем здоровья, удачи и до новых встреч. Пока-пока. Сейчас выходим уже. Идем к машине. Решил заснять на выходе. Не спеша. Деревенское творчество уже заросшее. Мне кажется, веселье начинается. Дождик? Ого. Надо валить тогда. То есть сегодня и без хабара, да еще под дождик попадем. Все, у нас финишная прямая. Встали. Сейчас немножко охладиться. А то, блин, перли по этой херне, что, блин. Аж бедно греться начало. Ну, кстати, не так сильно мы и уделались, да? Ну, ты чё, а чё? В том году веселее было, мне кажется. Ну, пару раз, да. А вода нас. Аж даже в машине, зараза, окна открыты, фигачит. Все, финишная прямая. Сколько нам где-то? 500-700 метров и щебеночка будет. Все, отключаюсь.